Всех приветствую. Рад видеть на канале. У нас продолжается третий день нашего дурдома этих выходных. Находок в конце посмотрите. Мы сейчас, конечно, уже выбираемся вот по пашне. Но это нам нужно было просто по ней пройти. Да, денек сегодня опять веселый выдался. Так что смотрите. Все равно что-то интересное да покажем. Мы, в общем, усадили, вызвали скорую помощь, которая будет часов в 8. Вот из всего места он умудрился выбрать самую жопу. Короче, усадились на мосты. Сейчас Чип и Дейл спешат на помощь, часам к 8 приедут. Вот так. По самое не балуйся. Резина залезалась. Она у нас не особо агрессивная. И все. Сидим. Ждем. Красота. Я знаю. Это же надо было засадить машину. Дом недалеко. Все года здесь катаемся и по этим полям, по дороге вот по этой. Ни хрена. Ты же свернул с этой дороги. Да я и тут сколько ездил, блин. Да ездил. На ровном месте усадили. Ну да, уже все. Уже позвонили. Вечером приедут. А пока ходим. Первая монета. Что-то похоже на полушку. Пойдет. Сразу извиняюсь за ветер. Опять поднялся ветрище. Дождем бы не накрыл, пока ждем помощь. Монеточка. По-моему, 1/2, да, Николая II. Воду опять не взяли. Ходим так. Так, у меня щитовичок. Здесь медь вся будет убитая, которая будет попадаться. Здесь надежда на другое. И ходячка. И ходячка сейчас была 2002 год. Хорошо, скосили. Еще монеточка появилась. Тоже, походу, 1/2. Воды нет, будем потом смотреть, как обычно. Что-то гром где-то бахал. Нас здесь не накрыло. Да, вот без воды приходится снимать просто зеленые кружочки. Что такое? Одному богу известно. Очередная монета на канале. Вот такая двушечка. Вытертая-вытертая при жизни. Вообще в ноль. Даже год не разглядеть. Ну, для успокоения души пойдет. Что у тебя там? Итак, очередной монет появился на свет. 38-го года. Даже распогодилось у нас. Не иначе морячок пробежал мимо, сказал. Не надо быть в плохой погоде. Такая штука. Машина сидит. Мы стоим. Итак, друзья, вон вдаль уезжает наш спаситель. Получили мы звездюлей от него, сказал. Ты, говорит, охренел, зачем вы тут только полез? Там, говорит, под травой болото. Хотя эти поля знаем, много лет здесь ездим, как бы, но по осени. По весне, говорит, он трактор он усадил в таком же месте вчера, говорит, еле достали, совсем утопил. Не надо, говорит. Ни на понижайках, ни на блокировках, ни на чем. Потом, говорит, по бульдозерам кинуть, говорит, охренел. Ну вот, спасибо огромное на этом. Жаль, есть такие люди здесь недалеко.
нас вообще здесь хорошие люди. Да. Самые Ладно, сейчас куда-нибудь еще сгоняем. Итак, выгнали нас с той полянки. Наш знакомый тракторист сказал, вылезайте отсюда, чтобы мне два раза не ездить. Говорит, там сейчас топь. Мы, ребята, веселые, мы туда полезли, естественно. Переехали еще на одну лужайку побегать чуть-чуть. Завтра едем в Москву. Опять ненадолго, потом возвращаемся, пробуем что-то еще. Из-за клещевятни кругом огромное количество планов. То, что было в голове, то, что было там за зиму наработано, накрылось медным тазом. Поэтому пока бьем полянки. Находок, естественно, не очень много. Потому что уже все подчистили. Ладно, смотрим на лужайку. Ну вот, друзья, помните, да, вот мы здесь, вот пашки это сейчас нынешние, мы здесь по снегу тогда ходили, в декабре, по-моему. В декабре, да, ходили. Вот, и когда в замерзшем кусочке привезли чешуйку-то домой, оттаяли, а там чешуйка. А здесь же нет, проявка. Ну, здесь много монет-то было. Пожалуйста. Алексей Михайлович, только вверх ногами. Вот так. И все-таки мы склоняемся, что вот на те старые деревни, туда дальше, дорога шла где-то здесь, вот через этот лес. И там, где сейчас вот ездят машины, здесь вот есть асфальт, там за тем лесом, а между ними. Потому что по всему этому направлению были находки на всех лугах. Так что смотрим. Все, нас дождик пытается догнать, никак не догонит. Знаете, какая конина, хреновина. Это нагрудная лошадь. Ага, медальон. Не слабая такая хрень. Хоть бери и вешай прямо сейчас. Так, друзья, вот и подошел к окончанию очередной наш день. Коп сегодня выдался непростой. Я бы сказал, находок немного. Ну, естественно, как бы на больше особо сейчас и не рассчитываем. Куча приключений. Да, зато куча всяких эмоций. Естественно, выдали нам чешуйку очередную. 6-7 монет. Полкреста. Вот это что за хрень такая? Думаем, не можем понять. Какая-то запчастюга. Вот такая у нас тут тишина. Птицы поют. Когда вдоль леса идешь, вообще замечательно. Сейчас клещ кончится. И будет хорошо. Комар появится с Москвой. Ладно. Да, комар уже появился. Прощаемся. Точнее,
точнее не прощаемся. До следующих встреч. Всем пока.